Хорошо, хорошо, Знаете, я ему доктор, передам. Все. смотрите, это Хорошо. мой, не мой пидал блад. Ваш Вот, кто, ему Питер Брат? надо мой, не мой пидал блад, да. Значит, он идиот, намотил свой, как он называется, гипс, и ему надо стал и снять, и новый одеть. Вот. Гипс намочил. А кто ему наложил гипс? Ну, не знаю, это я не На присутствовал, медкарточку так что посмотреть. я не в Так, курсе. Бастар. Белатриса Дарк. Нет, это мой, не мой, блад, пидал, идиот. Так, нужно спицы вытащить для гипса и снять. Поменять гипс, как мне сообщили. Просто намотил он. Видишь, там борода. Да, вижу. Сексуальная Вот. борода, так. Ложись сюда. Ну, он заспидал. Да. Только пидоры бороду Так что... носят, да? Бастер, Только... так мы похожи. То, так что ты, наверное, задом к нему не поворачивайся. Да. Я сейчас буду подозрительно относиться к людям, которые носят бороду. Да не стоит, я же нормальный, ты же в курсе. Ну, я за себя как бы не ручаюсь. Ладно, шучу. Это Для вот часов минимум. вас главлять весь на мне что-то хочет в жопу всунуть. Я надеюсь, он как бы у вас речь понимает, то, что тут нужно лечь. Там обычно лежат головой вот на этом месте. Блатиска, Там все блатиска, есть. ложись. Ну, если ему так Вот, ну, удобно, голову просунуть между труп, то я... почти более-менее адекватно лег. Да. Блатиска, приклотил сзади. Да. Ты же не Так, мой, это... ты не должен издавать звуков. Не, мычать-то может, может. Ну, это мой, не мой, блат, пидл, идиот. Не, знаете, как все не без урода, как бы. Ну Значит. да, я так и не знал, что у меня есть блат. А тут сегодня хилак и появился блат в двух, откуда не возьми. А чё, где гипс-то хотя бы? На какой руке? На А ноге? вы что, а вы что, не видите? Ну вот, не хочу, чтоб не указали. Очки запотели просто. Ну так платли. Нормально. Ну, я полагаю, на левой руке гипс. Ну там Я да, на угадал? луке и на ноге, скорее А, всего, все, насколько я помню. понял. Да, на левой руке и фиксация стоит на правой бедровой кости. Так, сейчас. Ну, я думаю, то, О, что там... я вспомнил, левая лука и правая нога. Да, только на ноге не гипс, фиксатор. Все, я вижу. Понял. Но у вас тут уже... Я вспомнил, а то как-то позабыл все это. Уже. Блатиска, ты там дерзись. Так. Здрасте. Ой. Здрасте. Молчите. Ну, здрасте, вот так. Поздоровайтесь нормально. Привет. Что? Волчья тропа зовет. Че, Warcraft что ли не играли? Yes. С ногой-то у меня чего? Давайте. Ходить могу, вроде как, и Это, не больно. воспользуйтесь. А, все хорошо, да? Короче, я могу вам посоветовать, знаете что? Что? Секунду. Выключить мне будильник, подождите. Ага. Так, смотрите. Вы можете воспользоваться моими услугами. Это будет не так уж дорого. Вы берете подбородку, приматываете мобильный телефон. В случае чего, когда вам нужно что-то ответить, вы скидываете мне сообщение.
я его просто звоню вам и озвучиваю. Вас там спросили, типа, привет, кто? И я такой, не мой брат, там лезет мастер Брайна. Все, и... У вас самая лучшая конспирация. Да? Вы же понимаете? Я могу вам помочь в этом плане. Мне не сложно. За каждое такое, ну, предложение вы будете платить мне по 100 баксов. Ну, как вы сами понимаете, коплю на автомобиль. Я могу помочь вам, а вы поможете мне. Ну, не знаю, мне кажется, я сама справлюсь. Ну, вы продемонстрируйте мне. Но я же не мой, так что мне остается только молчать. А, ты не мой, все ясно. А что, не видно? Значит, мне пора как бы тоже... Да-да-да, мне на Оскар Грея обратиться. Подожди, стой. Подождите. А можно спросить? Точнее, попросить, вы можете не говорить никому, что это я? Пожалуйста. Что говорить? То, что я была здесь и тому подобное. Что, это вы? Да. Пожалуйста. Почему? Ну, надо мне. Особенно Оскару. А, вы скрываетесь, да? Да. Хорошо, вот, я сохранюсь оттуда. Доктор уже плясал с обеда, да? Что вы так плеваете свою деятельность на обед? Ну, что вы там кусали? Опять убираюсь. Я накрошил случайно. Опять тараканы. Скажите своему брату-близнецу, чтобы он не разговаривал. Блатиска, тихо. Да я тише, воды ниже травы. Ты же не мой. Научите ее? Да-да. Чтоб она, он говорил там более грубым голосом, как бы тоже. Использую язык жестов. Да. Вот так, да. Все, отлично. Платить еще она... более некультурно, если вам кто-то не нравится, как вы можете использовать. Ну да. Ну, не стоит привлекать лишнее внимание. Можно, да, вот в ладоски. Хлопай, хлопай, холостов, холостов. Что-то головой делает, как будто, знаешь, что-то показывает. Ну так что, доктор, все уже сменили, все гипсы, все. Да-да, все хорошо. Мы можем ехать. Ну, медкарточку только внесу по правке, и все. Колосов вноси. Отлично. Ну, еще добавлю один то, что не контролирует свои конечности, как бы. Блатиска лад видит, ладуется, хлопает в ладосы. Доволен. Значит, холосо постарался, Димка. Все, пойдемте, я внесу. Пойдемте, я внесу все поправки. Да-да-да, пойдем, пойдем. Латиска, ты можешь более мужественные танцы танцевать? Спасибо. Я, конечно, понимаю, что ты пидал, часть? Но ты же музык все-таки. А не, ничего. Слишком глациозны у тебя движения. Да что ты, да я тут мыл в тела пол, не стоит плавилять, здесь чистенько. По-моему, моему блатиске еще надо к психологу облатиться. А это мужчина или женщина? Это мой, не мой пидолблат. Да успокойся ты. Еще немного, и у нас интерны начнут деньги в трусы совать. Ну, если что, деньги принимаю я. Так, все, необходимые записи я внес. Успокойтесь. Отлично, отлично. Все, блатиска, плеклася это тут. Да. Денег твоих, мы с вас не берем. Этих вот... Всего ну, доброго. Да. Все, спасибо вам, доктор. Удачи. Все, пошли. До свидания. До свидания. Пошли, я тебя на самолет посажу, полетишь домой в Аризону. Да пошли. На самолет опоздаем. На самолет опоздаем. Пошли. В Аризону пола. Все, пошли. Да пошли. Доктор, можете мне
Да. А с тобой можно или нет? А потом к механику. Ну, если хочешь. Поехали быстрее. Если хочешь, поехали. А селко-полицейский. Селко-полицейский. Это... Да, я услышаю. Я услышаю. Селко-полицейский. Это мой не мой пидолблад. Oh вот. О, вот, короче, вот этот вот человек засмотрелся на его попу. И блату это не понравилось. И он вот такой вот только вот после апелляции ладуется, что может делать свободное движение, и двинул ему случайно. Хотел чуть-чуть толкнуть, а получилось сильно. Извините, я моего понял. Блата, пожалуйста, он не специально. Я понял, понял. Удачи вам. Спасибо вам, офицер, спасибо. Все, в машину садись, быстро. Отвезу тебя на самолет.